вот таким образом быть, чтобы потом сработал, ну, чтобы свища не было. Подтянули плотненько и прилепили по всей плоскости. Как правильно наложить жгут или медицинский турникет? Для чего нужен окклюзионный пластырь? Ответы на эти вопросы получили участники открытого урока первой доврачебной помощи. Среди слушателей Юрий, студент одного из белгородских техникумов. Парень уже проходил похожие курсы от волонтеров-медиков. Полученные знания решил закрепить на практике. Даже собрал небольшой медицинский набор, который всегда под рукой. Из-за недавней трагедии я задумался, а может ли это случиться со мной или с моими близкими. И поэтому я решил основательно к этому всему подготовиться. Взял стандартный бинт, стерильный 7х14, жгут, противоожоговые повязки и пакет перевязочный стерильный. Спасти жизнь человеку в экстренной ситуации может аптечка первой медпомощи, где есть все самые необходимые предметы. Жгут, турникет, бинты. Но если этих средств нет под рукой, то помочь может даже обычный ремень. Главное – вовремя среагировать. Взять себя в руки, не растеряться и применить полученные знания. Медики считают, это одно из самых важных качеств. Мастер-класс первой помощи провел инструктор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». К примеру, как остановить кровотечение, разбирали на практике. Смотрите, что мы делаем. Сверху и снизу. Все и зафиксировали. Роман уверен, полученные знания могут спасти жизнь случайному прохожему, пострадавшему в условиях чрезвычайной ситуации. Такие уроки планируют проводить и дальше. Старался завлечь, заинтересовать, и чтобы люди все-таки более сознательно подходили к безопасности в своей жизни и сохранению здоровья. Занятия уже будут, соответственно, больше и практические, более углубленные. Все моменты будем разбирать досконально, кропотливо. И, соответственно, очень много будет практики. Ситуационные какие-то задачи, мероприятия будем проводить. С 9 января для всех желающих начинаются углубленные курсы по оказанию доврачебной помощи. Записаться и узнать подробности можно в региональном штабе «Мы вместе» по телефону в Белгороде 25 73 60. Занятия бесплатные. Дарья Яковлева, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.